Одним из первых Миклухо Маклай выдвинул теорию о равенстве рас. Ученый отправился к далеким берегам северо-востока Новой Гвинеи, куда до этого еще не ступала нога белого человека. И им двигала благородная цель – доказать, что папуасы являются не промежуточным звеном в эволюции человека, как считали многие полтора века назад, а такими же Homo sapiens, как и европейцы –